Итак, всем привет, дорогие нумизматы, друзья. Сейчас мы проведем еще один эксперимент. Можно ли найти редкие и нечастые монеты номиналом в 5 рублей в обороте? Что мы будем искать? Мы будем искать первое, значит, 5 рублей 2016 года, 5 рублей 2015 года, памятные юбилейные монеты 5 рублей и, возможно, какие-нибудь браки. И еще мы будем искать, возможно, 5 рублей 2010 года Санкт-Петербургского монетного двора. Итак, поехали. Ну что ж, дорогие друзья, итак, я закончил, и вот что мне удалось найти. Я считаю, что мне повезло, что я нашел в хорошем состоянии 5 рублей 2010 года Санкт-Петербургского монетного двора. Почему повезло? Потому что в прошлый раз, когда я перебирал мешок такой же, я ни одной не нашел. Но сейчас я также не нашел 5 рублей 2016 года, который уже чеканит Московский монетный двор. Я также не нашел 5 рублей памятных и юбилейных монет. А 2014 года мы не будем рассматривать 5 рублей, потому что их много. А вот 5 рублей 2015 года я нашел аж, как мы видим, 6 штук из 1000. А что я могу сказать, что я думаю по этому поводу? Ну, учитывая, мы должны из чего-то отталкиваться, рассуждая на эту тему. Учитывая то, что сейчас у нас март 2016 года, а эти монеты 2015 года, их могли, например, очеканить, они где-то лежат на складах, их не развезли по регионам, то тогда их будет достаточно много, таких монет. Но это тоже неизвестно, потому что многие монеты уже развезлись по регионам, если тираж, например, небольшой. Но я все-таки думаю, что монеты 2015 года 5 рублей, они могут быть нечастыми. Хотя пока что информации у меня нет. Я думаю, что со временем каждый из вас может оставлять комментарии под этим видео. И мы со временем увидим, как развиваются новости касательно этой монеты. В принципе, у меня все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, регулярно просматривайте это видео, оставляйте также комментарии, свое мнение и новости об этой монете. Всем желаю хорошего бизнеса и всем пока!